небесные чудеса, как сложение искусства пилотирования, конструкция авиационной техники и способных двигателей, которые помогают пилотам заигрывать с публикой на авиасалонах и выполнять самые разные задачи. В 29-м МИГе бьется искусственное сердце, созданное на петербургском заводе имени Климова. Ключевой компетенцией предприятия является разработка новых образцов авиационной техники, конкретно авиационных двигателей, газотурбинных. Сегодня мы понимаем, что рынок гигантский, количество двигателей и других изделий разработки Климова, оно рекордное в мире, то есть, в общем-то, ни одно из предприятий не может похвастаться таким количеством, скажем, вертолетных двигателей, сколько выпущено двигателей разработки Климова. Главный элемент этого вертолетного двигателя – турбина. Прежде чем оказаться внутри мотора, сложнейшая конструкторская система проходит знакомую всем автомобилистам процедуру – балансировку. Скорость вращения – 1200 оборотов в минуту. Вот сюда вот ставится грузик, вот типа как на колесах есть. А вот здесь вот есть специальные бурты для балансировки, из которых делается съем металла. Это миниатюрная деталь – турбинная лопатка. Она будто клапан для человеческого сердца. Изготавливается на специальном оборудовании методом глубинного шлифования. Следующий шаг – установка лопаток на диск турбины. Работа почти ювелирная. Это отшлифованный диск первой ступени турбины. На него устанавливается самое большое количество лопаток – 133. Вертолетный двигатель в состоянии летать и без лопастей, но только на испытательном стенде. Саша, ты крейсерски записал, теперь малый газ. Так уже готовый двигатель сдает последний экзамен перед отправкой заказчику. Режим взлета, полет на крейсерской скорости, посадка. Критериев оценки несколько. Состояние топливной системы, мощность, герметичность, температура, компрессия. И вот смотрим. Происходит падение оборотов. В качестве испытателя уверены. Двигатели завода имени Климова уже много лет трудятся в разных уголках планеты. На вертолетах, самолетах, танках, кораблях. Так, на последнем международном экономическом форуме в Петербурге подписано соглашение на поставку двигателей для вертолетов семейства Ми и Ка сроком на 10 лет. Моторы для холдинга «Вертолеты России» будут делаться здесь. Двигатели Климова продолжают творить современную историю авиации.